28-летняя Вера Брежнева оказалась в центре всеобщего внимания. Поп-звезда привлекла его своими роскошными формами. Исполнительница хита «Любовь спасет мир» примерила эффектные образы. Она подразнила поклонников горячими кадрами со своим участием. Популярная блондинка позировала с обнаженной грудью. Снимок прошел обработку в фотошопе. После ретуши Вера предстала в шикарном наряде в форме цветка. Брежнева оставила волосы распущенными и сделала яркий мейкап с акцентом на красные губы. Артистка украсила уши длинными серьгами, инкрустированными камнями. Она дерзко посмотрела в объектив камеры и поделилась своими планами. Через 2 месяца звезда даст концерт в московском Крокус Сити Холл. «У нас идет подготовка полным ходом», — заверила она. Жена продюсера Константина Меладзе также поделилась пикантным кадром для своей линии косметики «Вера». Поп-звезда запечатлена в топе модного нюдового оттенка. Облегающий наряд без бюстгальтера подчеркнул женственный бюст Брежневой. Фанаты остались под впечатлением от новых аутфитов Веры. Они осыпали ее комплиментами. Некоторые даже заподозрили красавицу в пластике. «Вот это образ! Вера, вы неподражаемы! Вы увеличили бюст? Прекрасная леди, необыкновенная, шикарная, какая нежная, 1000 лайков, сексуальная бестия. Грудь стала больше или мне кажется? Константину очень повезло, вы похитили мое сердце», — написали они. Брежнева провела в своем аккаунте прямой эфир из студии Русского радио. Блондинка ответила на вопросы слушателей и подписчиков. Среди комментаторов отметилась телеведущая Ксения Собчак. Она поинтересовалась у артистки, когда та придет к ней на шоу. Затем скандальная телезвезда призвала к помощи поклонников. «Давайте Веру попросим все вместе прийти в «Осторожно», Собчак», — написала супруга Константина Богомолова. Певица не ответила на обращение Ксении. Вере часто намекают на неверность мужа. Она опровергла слухи о разрыве нежным фото с Константином. Меладзе поделился трогательным снимком с молодой женой. Брежнева исполнила сексуальный танец под хит брата своего избранника —